8, телепроект, программа «Графоман». Запомните, что книги должны быть высланы до 1 мая включительно. Ну а теперь наша мусорная корзина. В нее летит книга «Как обустроить садовый участок». Как сказал сегодня Аркадий Ильин, чтобы у вас не было проблем, лучше не иметь машины и тем более садового участка. На сегодня вся наша книжная и литературная информация. Спасибо, что вы были вместе с нами. До встречи в мае. Пока.